объяснить тому, кто с нами не был, какая здесь стояла тишина, как с грохотом на нас упало небо, в которое нас бросила война. Я помню всех, кого сегодня нету, кто рядом шел наперекор судьбе. Они ушли однажды в это небо, и небо их оставило себе. Мне допели, не договорили, нам каждая минута дорога. И поднимая в небо эскадрильи, летим на запад, чтобы бить врага. Давай с тобой выпьем за победу, она придет немного, погоди. Внизу наш дом, а это наше небо, мы никому его не отдадим. Мат. Ну, давай. Давай, давай, давай. И раз, и два, и три. Ну чего? Еще три дня такая каша, как минимум. Твою мать, а. Работай, работай, не отвлекайся. Что ж вы, граф, ругаетесь, как сапожник? Будешь. Свеснуться желаете? Опять белые. Бегать я желаю. А вы не изволите составить мне компанию? Я? Нет. Чё это такое мне здесь, а? Я лучше девчатам вылазку сделаю. Я хочу, возьмешь? Давай, только ждать не буду. Ты смотри, там Васильич ходит. Ругает он сильно за это. Не боись. Смертельный груз сброшен. Левым разворотом комиссар отводит свою машину, чтобы уступить место другим. Слушай, помоги мне. Давай. Подержи. В это время у его левого мотора раздался взрыв. И брызнуло яркое пламя. Прямое попадание шального снаряда зенитки. На соседних самолетах товарищи видели, как старший лейтенант Гореев железной рукой развернул горящий самолет и резким пикированием направил его в самую гущу скопления. Девчонки. Прелесть какая. Ну как? Хорошо. Красота. Хорошо, да? Все-таки немецкие парашюты как-то получше. Шелк, что ли, мягче? И охота вам заниматься ерундой, а, Жень? Ты бы лучше контрольную писал, выгонят тебя из института. А я успею. Галка, мы завтра не летаем, да? Да не летаем, не летаем. Здесь великовато чуть-чуть. Пойдем. Давай, пойдем. Лида, давай снимай. Давай тебе тоже такой сошьем. Вот еще. Да ты что за, ты попробуй. Смотри, в таком белье. Хоть шинель сверху, хоть штаны ватные. Хоть женщина себя почувствует. Я и так себя нормально чувствую. А здесь невелико? Ой, Анасия. Ларис, ты будешь перешивать? Давай. Дед, если я сниму, я потом не одену. Ларис, Ларис, Лар, чуть как-то тесновато. Ну, давай, тебе разрешим. Давай, давай, давай. Не снимай так. Не-не-не, сзади. Ага, повернись. А ну, стоять! Кто кричал? Да. Кабан из лесу забежал. А. Знаю я этого кабана. Я спросить хотел. А каково это графом-то быть? Ну как? У нас дом был 20 комнат. Камердинер с утра приходит, кофе тебе в постель, потом переодевает тебя,
Да, ведет на завтрак, потом фехтование, верховая езда, ну а вечером бал. Мазурка там, полонез. А как у нас в имении хорошо было, в деревне. Выходишь с утра на балкон, а там бабы в озере. Вперед, полоскают. Ставишь и думаешь, какую бы мне сегодня на сеновал повезти. Или Александр Сергеевич сидит такой, сочиняет. Люблю грозу в начале мая. Постой, постой, ты какой? Александр Сергеевич. Люблю грозу в начале мая. Кто написал? Пушкин. Тючу, бой. За дурака, что ли, меня держишь? Я с тобой по-человечески. А ты думаешь, я с какого года? Какая мазурка? У меня отец в военной академии преподавал. Мать в школе. У меня все как у тебя. Школа, потом училище, потом армия. Ну, а дом в 20 комнат как же? Да дом был. Жили, правда, мы в комнате для прислуги. Потому что к нам 26 семей подселили. Ну, всех разместили. Мне было весело. Знаешь, просто было с кем хоть поиграть. Ну, а как ты, правда-то, граф? А? Да как? Все время учился. Мать языкам, отец математики, даже во двор не пускали. А? Не бойся, не проси, не жалуйся. Лучше умереть, чем предать. Вот и все. Жаство. Слушай, тогда я не понимаю. А в лагерь тебя за что забрали? Слушай, Борь, если я тебе расскажу, ты не поверишь. А если поверишь, по-прежнему жить не сможешь. Я тут дурак. Уши развесил, а? Поверил я. А только знаю я, что это за кабан был. Найду этого кабана, яйца-то ему повыкручиваю. Это головой своей подумали. А если девка забеременеет? Все, сразу в тыл. Потеря боевого специалиста. Послушай, Илья, скажи. Товарищ подполковник, разрешите встать в строй. Встать в строй? Здесь. Где были? Бегал, товарищ подполковник. Кругом. Так. Лейтенант Сугаев. Я. Кругом. У Павла Вора, товарищ подполковник. Понятно. Это что за балаган? Отставить. Смирно. Что, трудновато столько держать? Пьянь. Трое суток ареста. За что, товарищ подполковник? 5 суток ареста. Вы мне все строим походите. Выполнять. Есть. Вольно разойдись. Что ж такое? Почему, когда мы не летаем, непременно ползаем? Не понимаю. Вы сейчас о ком, Виктор Степанович? Шугаев, если ты, зараза, еще раз к нам под окна полезешь? К вам под окна? Зачем? А, видимо, что-то случилось. Нет, я просто честно не знаю. Я тебя предупредила. Васильич может пожалеет, а я пристрелю собственными руками. Ну, это не страшно. Видел я, как вы стреляете. Не надейся, не промахнусь. Ты пленного фрица вспомни. Башня. Башня 14. Башня, не понимаю, где нахожусь. А если это наводчик фрицев? Да по звуку вроде наш. Сколько у них наших трофеев? Да он прав. А если не наш? Мы ему ракету, а он им 100 осколочных. Роща горючая на исходе.
Башня! Башня, это Роща, как слышите меня? Роща, слышу вас! У нас тут посадку просят. Говорит ваш 14-й. А если все-таки не ваш? А вы задайте ему вопрос. 14-й, я Роща. 14-й, я Роща, как слышите меня? Ну, наконец-то. Горючие на исходе. Я потерял ориентировку. Дайте ракету. Как зовут Дубину? Что? Дубину как зовут? А, Валька. Валька ее зовут. Понятно. Высота какая? 250, это под кромкой. Хорошо, будем давать зеленую ракету. Понял! По крайней мере, до завтра сиди там. Ни машины, ни тем более документами рисковать не будем. Понял. А завтра будем решать по погоде. Слушаюсь. Товарищ полковник, жить в воде? Присядь. Ну что, добро пожаловать. Товарищ подполковник, разрешите обратиться с просьбой? Давай без формальностей. Накормим, чаем напоим. Васильич. Да мне бы отдохнуть малость. Двое суток почти не спал. Все сделаем. Угу. Только я не понял, а почему Дубина? А, да оружейница у нас. Чемпионка Союза по гребле. Один штабной сильно ее домогался, так она на звезды смотреть не стала и гоняла его по всему полю оглоблей. Разрешите идти? Иди отдыхай. Ну что? Говорит, облетал аэродромы. Везде бомбят. Воронки засыпать не успевают. А у нас почему-то тихо. Наверное, немцы к наступлению готовятся. Превосходство в воздухе добивается. Разрешите войти, товарищ капитан. Старший лейтенант Дементьева. Да, входите. Я это на минуту только спросить. Угу. Вы из 21-го полка? Да. У вас Дима Синицын служит. Ну да, летает. Вот. Я хотела спросить, не случилось ли чего? Нет вестей? Простите, а вы кто ему? Я невеста. Садитесь. Ваше имя? Евгения. Женя. Не хотелось бы вас расстраивать, но в такой ситуации врать просто глупо. Все равно узнаете рано или поздно. Что-то случилось, да? Нет, нет, все в порядке. Жив, здоров. Женился он. На сестричке из Митсамбат. Полгода уж как свадьбу сыграли. Ясно. Простите. Ну что ж. Вы расстроились. Извините. Нет, да. Все хорошо. Спасибо вам. Вот уж не за что. Разрешите идти. Идите. Жень!
Не смотрите на меня. Кто обидел Диану, богиню воздушной охоты? Никто. Уходите. Не могу смотреть на женские слезы. С кем-то из близких? Ни с кем, ничего. Вы можете уйти, а? Скажи. Как он мог? Кто? Дима. Какой Дима? Мой. Дима. Мы же почти как муж и жена. У нас свадьба почти была. Как почти была или нет? На 22-й назначили в 41-м. Если бы не война, уж 2 года как поженились бы. А он... Уже полгода как на другой женился. Это хорошо. Вышла бы замуж, было бы поздно. А теперь знаешь, кто он на самом деле. Я же его ждала. А я тоже. Человек. Мне любви хочется. Так, створки капота проверил? Так точно. А левый подкрылок? Исправил. А патрубок? Да все нормально, Павел Алексеевич. Ну ладно. Старший лейтенант Дементьева. Давай. За мной. За мной, за мной. Осторожно. Уперся, а? Тут идти? А? Час, не больше. Лен, ты что, в цирке, что ли, работал? Ага. Тс. Девки отличные. Встретят, угостят. Ну, все равно делать нечего. Тебя бы в окопы, ты бы понял, что войны перерывов не бывает. Хватит мне морали читать. То одна, то другой. И потом. Я обещал, что с другом приду.
Ты обещал, ты иди. Да по хозяйству помочь. Забор поправить, крыша прогнила. Я один не справлюсь. А, понятно. Друга хочешь одного бросить? Лёнь, ну ведь врёшь всё, а? Ты куда-то при параде? Да пойду к замполиту. Чайку попью. Понятно. Давай так. Пошли солнышко крутить. Я больше, ты со мной. Ты больше, будь по-твоему. Киснет тут. Отстань! Дрейфил, я так и знал. Пошли. Заходи. Что у тебя с этим лагерником? Ничего. А? Ничего? А это? Вы что, мою постель обыскивали? А ну, сядь. Сядь. Так, открываем, читаем. Сегодня узнала, что Б – настоящий граф. Понимаю, что это политически неправильно, но мне стало еще интереснее. Открываем дальше. Т не дает проходу. Уже не знаю, как избавиться от этого клопа. Клопа, значит. Дементьева, а ты ведь знаешь, что дневники на фронте запрещены. Что это готовая развединформация для врага. Я обязан сдать тебя в особый отдел. Но я не сделаю этого, не бойся. Я не сделаю. Нет, нет, что? Нет! Что ты не понимаешь? Нет! 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 Стоп! Землю грызть будешь меня. На колени. Не кипиши, начальник. Не гни дыши. Пошли. Ты первый. Денег. Да ну тебя, Ленька. Борь, Борис, ну. Ну как дай? Надо еще подарки девчонкам взять. Стой, говорю. Уход, маневр. Там еще кто-нибудь был? Дементьев. Понятно. Но будем считать, что я ничего не слышал. Не понял. Почему это? Паш, ты меня что, с дурака держишь? Думаешь, я не понимаю, что там было? Ты девку уже достал.
Устав не запрещает. А при чем здесь устав? Не по-мужски это. Да? Да. Ладно. Я тогда сам рапорт напишу. Знаете что, товарищ Терентьев? Я как командир эскадрильи, как коммунист, как человек, которому доверили людей. Я вам официально заявляю, я этого так не оставлю. Извините, Вадим Петрович. Ну что, добился своего? Теперь против тебя эскадрильи разъяренных баб. Тебе это надо? На, пиши. Нравится мне все это, Ленька. Подожди немного, понравится. Здорово, собака. Привет. Ленечка, я тебя заждалась уже. Думала, ты не придешь вовсе. А я не один. Как обещал, с другом пришел. А ты, наверное, Борис. Ну, заходи уже в дом. Чего на пороге-то? Проходите, проходите. Я вам тут картошечки сварила. А у нас тушенка. О, хорошо как. Так. Еще сгущенное молоко. Ой, хорошо. Шоколад. Ну все, Лена, смотри за картошкой, а я за Нинкой. Да. Беги, беги, беги. Ты тут как дома, я смотрю. Ага. А что чинить-то? Так это, я уже все починил. Сиди, Боря, отдыхай. Так. Все, я пошел. Куда? Ты что, это по-человечески? Хочешь девушек обидеть? Одному уже скучно стало, да? Шашни водить. Да при чем здесь шашни, а? Девчонки работают с утра до вечера. У них ни отдыха, ни праздника. Не по-человечески. А вы уходите? Покурить он хотел выйти. Так тут курите, чего там? Слышал, Боря? Тут кури. Ладно. Так, дамы. За знакомство? Догадываешься, о чем речь? Да, я все понимаю. А как бы вы на моем месте поступили? Извинились и ушли бы? Нет, спасибо. Ну, хорошо, хоть не по физиономии. Ты знаешь, он мужик неплохой. Только у него хрен на лбу вырастает и все, ума нет. Первая умная была, дала, успокоился. А тут заклинило. Ему ведь звездочки, ордена, сбитые самолеты зачем? Не для карьеры, не для денег. Чтобы вернуться героем, пройтись по центральной улице. И бабы сами как шпалы ложатся. Будь моя воля, я вообще бы всех баб по домам отправил. Да, я с вами согласен. Война – это мужское дело. Да как это можно? Чтобы женщина, руками которым людей убивала, потом детей нянчила. Ну, не людей, а фашистов. Ну, ладно, я не про это. В уставе черно-по-белому написано. За невыполнение приказа военное время расстрел. Так? Так. Значит, старший по званию имеет право приказать бойцу умереть. Так? Так точно. А приказать женщине лечь и развернуть ноги? Никак нельзя. Вот-вот. Ну, ладно, мы друг друга поняли. А что теперь со мной? Ничего. Воюй, летай. Спасибо, товарищ майор. Не за что. Черные вороны, друг ты мой, залетный.
ты летаешь далеко. Ты принес нам их черное вороны руку белою с кольцом. Ты принес нам их черное вороны руку белою с кольцом. Был жених Коль Смирнов из нашей же деревни. Его немцы угнали. А на моего Сережу уже год как похоронка пришла. Ленька, банька-то уже поспела. А чего твой друг такой хмурый? Война потому что идет. А что делать-то, если война на мою молодость пришлась? Когда началась, мне 16 было. Вот именно. А когда кончится? И что, теперь не жить, что ли? Мы в баню надолго. А у тебя девушка есть? Нет у меня никого. А у тебя есть кто? Прости, ты говорила, жених, кажется. Да какой там жених, так? Никого у меня не было. Вообще никого. Понимаешь? Теперь понимаю. А ты понимаешь, что через месяц может прийти приказ на передислокацию? И нас тут уже не будет. Да что приказ? Да нас просто собьют, и все. И нет нас. Нет, не собьют. Не собьют. Пусть приказ. Хоть месяц, хоть неделя, но моя настоящая любовь. Любовь? Да. Держи, Сеть, держи. Я Роща, я Роща. Как слышите меня? Я Роща, я Роща. Прием. От нас разве это дело? Доброго. Ну, как слышите меня? Удачи. Я Роща, я Роща. Прием. Я Роща, я Роща. Как слышите меня? Прием. Я Роща, я Роща. Да, отлично погуляли. Да уж. И погодка наладилась. Теперь полетаем. Алло, Бордо. Ну что? Хорошо, вчера в деревне постреляли. Шугаев, небось, еще пару звездочек себе прибавил. Да что вы? Я ведь с Борей был, а он мне шалить не дает. Масло в пилотку переодень. Простите.
Товарищ подполковник, к нам лаптежники. Поднимай полк. Есть. Лови связь, лови. Есть. Ладно, позже разберемся. Легко не отделайтесь. Сейчас бегом. Есть. Звездочки тебя. Это кто у нас? Иди покури пока. Дверь закрой. Давай, Швеев. Вот тут. Он дал очередь и в сторону Терновки отвалил. То есть в сторону противника?
Да нет, солнце справа было, значит, сюда, к нашим. Маслов. Взлетали вместе, это точно. Дальше не видел. Прям нечистая сила этот ваш бес. Никто его не видел. А это не значит, что он сбежал. Вы не на гулянках, а на войне, комсорг. Бдительность прежде всего. Подождите, я вспомнил. Ну? Он на северо-запад со снижением уходил. Точно, солнце слева было. Иными словами, в сторону противника. Может, его подбили? Да нет, вроде бы все в порядке было. Бес за лаптежником уходил. Леонид все правильно говорит. Здесь фриц отбомбился и отвалил. Бес за ним в пологом пике. Ну и что дальше? Не могу знать. У меня у самого на хвосте фриц был. Я потому беса увидел, что на своего оглядывался. Ну, по-моему, с этим вопросом все ясно. По-моему, вопрос остается открытым. Погнался за лаптежником и сбежал. Паша! Приказ. Пока Литовченко в госпитале, старший лейтенант Дементьев назначается командиром эскадрильи. Есть. Справишься? Да. Завтра утром пусть ребята полетают там, где наших сбили. Посмотрят. Смирно. Свободно. Есть. Что это с тобой? Пил? Устал.